Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». За прошедшие сутки инспекторы ГИБДД зафиксировали 41 нарушение правил дорожного движения. Один автолюбитель был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Еще один, не имея права управления. 4 водителя были наказаны за нечитаемые госномера, 5 за чрезмерную тонировку автомобиля. Один автолюбитель выехал на полосу встречного движения. Еще один проигнорировал требования дорожного знака. 5 пренебрегли ремнем безопасности. Помимо этого, сотрудники ГИБДД один раз выезжали на дорожно-транспортное происшествие. По данным пресс-службы отдела МВД России по городу Нефтекамск, за прошедшие сутки были зафиксированы 4 кражи, 1 факт повреждения чужого имущества, 3 факта оказания медпомощи, 1 факт реализации контрафакта, 4 факта утери, 1 мелкое хищение, 1 факт неисполнения обязательств по воспитанию ребенка и 7 административных правонарушений. 27 раз нефтекамцы обратились в дежурную часть полиции по поводу шума, драк и скандалов. Бригады скорой помощи совершили 270 выездов. Из них по поводу получения травм к медикам обратился один человек. 28 нефтекамцев были срочно госпитализированы. Зафиксировано 8 выездов, связанных с криминалом. Кроме того, 16 человек обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. 10 выездов оказались безрезультатными. За прошедшие сутки в родильном отделении Центральной городской больницы на свет появилось 5 малышей. 4 мальчика и 1 девочка. Кража. Злом. Нападение. Это можно предотвратить. Частное охранное предприятие «Шериф Авто». Надежная охрана объектов любого типа и уровня сложности. Проектирование и монтаж систем видеоконтроля и охранно-пожарной сигнализации. «Шериф Авто». Наша работа – ваше спокойствие. Звоните 262-71.